Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Быстренько присаживайтесь к экрану. Сегодня будет очень интересное видео. Многие из вас, кто на моем канале давно уже, конечно же, видели два замечательных видео о стилисте Мади из Казахстана и его преображениях, превращениях женщин в красавиц. Если вы еще не видели, то обязательно по ссылочке, которая будет в комментарии под этим видео, проходите и смотрите. Очень интересно, потому что Мади и его команда – талантливые люди. Все вы просили продолжения, и вот в этом видео вы увидите советы профессионала и новые превращения таких же обычных женщин, как мы с вами, в красавиц. Не знаю, успеете ли вы сегодня налить себе чашечку кофе или чая, но во всяком случае не пропустите, смотрите очень интересное видео и слушайте советы Мади. Рассказываю про ваше любимое сочетание черного и белого. Большинство людей в силу неумения соединять в одном образе радужные оттенки выбирают на каждый день заурядное сочетание черного и белого. Заурядное оно потому, что многие люди идут по проторенной дорожке и выбирают абсолютно предсказуемый белый верх и черный низ, так же как это сделала моя клиентка из Ташкента, очаровательная Нигора. Я предложил Нигоре абсолютно нетривиальные варианты сочетания черного и белого. Посмотрите, интересный способ номер один. Вместо белого верха мы делаем белый низ, а черный поднимаем наверх. Смотрится круто. Оригинальный способ номер два. Усилить черно-белые образы черно-белыми рисунками. В данном случае полоска на тельняшке и самое черно-белое животное на планете – зебра. Чтобы немного разбавить ахроматику, я добавил волосы насыщенную розовую прядь. А на этом фото мы прям всей командой в оригинальном ЧБ. Пишите в комментариях, как вам мои варианты черно-белых образов. Всем лайк! Еще одно омолаживающее преображение. Знакомьтесь, это Оразгуль. В свои 60 лет она стала участницей проекта «Кардинальное преображение KZ». А теперь давайте посмотрим на волшебное преображение Оразгуль. Поднимаем статус клиентки. Прекрасная Галина из Санкт-Петербурга потрясающе выглядит, но проблема в том, что она застряла в спортивном подростковом стиле и инфантильных нестатусных вещах. И все бы ничего, но это пагубно сказывается на ее современном статусе элегантной женщины. Давайте посмотрим, что получилось у нашей команды. Первый раз в жизни я забыл сделать фотографию клиентки до. Но это не страшно, потому что я могу показать вам фотографии, которые мы сделали в процессе шопинга. А теперь давайте посмотрим, каким получилось преображение. Дорого ли обходится шопинг со стилистом? Мы потратили всего $200 и приобрели для клиентки полноценную модную осеннюю капсулу.
Затем, по традиции, для финала преображения мы отправились в салон красоты, и вот что у нас получилось. Что такое преображение 4 в 1? Это когда к нам приходит клиентка и просит визуально скорректировать фигуру, уменьшить возраст, поднять статус и добавить современности. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Непростое новогоднее преображение. Знакомьтесь, это Татьяна. Она попросила не просто преобразить ее, но и подготовить сразу к трем новогодним праздникам. Корпоратив с коллегами, праздничная вечеринка с подругами и новогодний романтичный ужин с любимым мужчиной. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Покажу вам преображение, основной целью которого стало визуальное уменьшение возраста. Знакомьтесь, это Ирина из Санкт-Петербурга. Женщина обладает потрясающими природными данными, но в этом образе, если честно, не хватает энергии и радости. Как по вашему мнению, сколько лет Ирине? А сколько ей станет лет после преображения? Смотрим. Это уже обидно, когда вы пишете, что якобы легко преображать высоких, стройных, красивых, а слабо преобразить кого-нибудь очень крупного. Преображал я и полных с размером до 8XL, и стройных с размером до 3XS. Как раз в тему этого видео ко мне обратилась очень необычная клиентка, красавица Лайли из Ташкента. Особенность Лайли заключается в том, что размер ее верха XL, а размер низа 5XL. Задача – визуально скорректировать фигуру. Давайте посмотрим, что у меня получилось. И вновь работа с типом фигуры яблоко. Знакомьтесь, это моя клиентка, на примере которой я буду демонстрировать приемы визуальной коррекции. Основные принципы стилизации типа фигуры яблоко. Монохром, цветовое соединение верха и низа. Яркие акценты вне проблемных зон. Оверсайз или свободное облегание фигуры, каблук, а также демонстрация узких частей тела, шеи, щиколотки и запястья. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Что делает человека по-настоящему красивым? Внимательно посмотрите на эту фотографию и подумайте, чего на ней не хватает.
догадались, в чем секрет? Напишите в комментариях. А вы знали, что ваш образ до подсказывает мне, как стилисту, каким он должен получиться после преображения? Сейчас разъясню на примере клиентки моего проекта «Кардинальное преображение KZ» Ирины из Ташкента, которая хочет открыть свою французскую пекарню. Искусственное осветление волос говорит о том, что Ирина стремится к более женственному и романтичному образу. Бат Симпсон в качестве принта подсказывает, что новый гардероб может быть озорным и инфантильным. Светлая кожа и светлые волосы девушки говорит о том, что новая палитра оттенков должна состоять из светлых цветов. И что немаловажно, старые спортивные травмы требуют использования только удобной и практичной обуви. Давайте посмотрим, каким у меня получился образ женственного озорного французского пекаря. Ну что, девчонки, я уверена, что вам это всем очень понравилось. И, как всегда, конечно, я не уложилась во время, потому что идей и советов у Мади столько много, что длинное видео не хочется делать. Значит, ждите продолжения в ближайшее время. Оно обязательно будет. Пишите ваши комментарии. Это очень приятно будет прочитать как мне, так и, естественно, Мади. Обязательно ссылочка на его инстаграм будет в комментариях. Заходите, знакомьтесь с ним, потому что вы все время пишете, все время спрашиваете, а как бы поучаствовать? Участвовать, а очень хочется, пишите напрямую Мади в инстаграме, там вы узнаете информацию, что, где, когда, и самое главное, почем или сколько, потому что Мади разъезжает по всему миру и превращает всех женщин мира в красавиц. Спасибо большое ребятам, они такие слаженные, дружные, для меня это был большой праздник, мое кардинальное преображение на лицо. И здесь в сердце, в душе все тоже преображается. Я знаю, что будет все меняться только в лучшую сторону. Я им очень благодарна и желаю всего самого лучшего, интересного и встречать позитивных, хороших людей всегда. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что пропустите очень интересные учения. Да и не только учения, много других фильмов. Нажимайте на колокольчик. И до новых встреч на моем канале. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких. Будет все хорошо.